Поставлена точка в скандальной истории, та, которая имела место. И действительно, сегодня мы констатируем, что правильная оценка ситуации была дана представителями городской администрации. Конечно же, отрадно, хотя по-человечески родители ждали попросту извинений от чиновника такого уровня. Ну, как говорится, не сложилось. Имеем то, что имеем. Очень надеемся, мы вместе уже с представителями и педагогического коллектива, и родителей, причем не только этой школы, что подобные факты больше никогда не повторятся. И, конечно же, чиновники будут более корректны в своих высказываниях. На сегодняшний момент стоит сказать о том, что фильтры, безусловно, работают. Мы знаем, что фракционный фильтр работает при назначении тех или иных кандидатов. Вместе с тем, хочется отметить, что опыт администрации Волгоградской области, мне кажется, более успешным. Мы знаем, что по инициативе губернатора созданы кадровые комиссии, которые работают в профильных комитетах, как в комитете по здравоохранению, так в комитете и по образованию. Я сама являлась членом такой кадровой комиссии, и коллегиально были приняты решения по тем или иным кандидатурам. Я думаю, что такой опыт нужно взять на вооружение городской администрации и подобные ситуации, которые произошли с господином Омельченко, попросту исключить.